Всем привет, вы на канале Коля Легомастер. Всем привет, вы на канале Коля Легомастер. И сегодня мы играем в Майнкрафт. Давайте я вам проведу рум-тур по моему королевству. Так, давайте начнем снаружи, с улицы. Моя территория — это не вот это вот, только вот то, что белое, и там вот то, что красивенькое, короче, такое вот. Это все мое. А остальное все это не мое. Так, это вход в наше королевство. Тут такие плиты золотые нажимные. Тут у нас лестница, она ведет сюда. Для чего мне нужно? Говорю сразу. Смотрите, на выживание я же не смогу так пройти как-то туда. Там тут же бедрок, я его сломать не смогу. Смогу только перелезть, но это будет нельзя делать. Вот, допустим, на кого-то напасть хочу. Или взорвать ему дом. Что-то такое. Я просто иду вот так и туда вот забираюсь. По правилам это не запрещено, поэтому вот. Ну, мы тут просто бои устраиваем на выживание. Вот. Значит, так. Идем. И попадаем в мое чудесное королевство. Ближе всего к нам вот это будет. Это башня и вот эта лестница. Давайте пойдем по лестнике. Тут у нас загон для лошадей, и там выход, чтобы на лошади всадники выезжали. Ну, то есть я. Вот это у нас, значит, загон для моей любимой лошади, и вот эта башня — это откуда я должен стрелять из лука. Смотрите, я тут забираюсь по лестнице, стою здесь и стреляю. Также я могу вот так перелезть, чтобы поближе стрелять. Вот сюда. Отсюда. Не знаю, кстати, зачем я там построил это. А хотя нет, знаете, зачем я построил вот это вот здесь? Я все равно стрелять не смогу. Короче, я это построил для того, чтобы... у меня вот этой стены, короче, сначала еще не было. У меня только была вот эта желтая, я здесь ее и построила, поэтому... А разрушать не стал. Все, я вспомнил. Хорошо, так... У нас есть такая еще одна лестница и свинозомби. Свинозомби для чего? Сейчас объясню. Для того, чтобы там есть двери и вот такой проход туда. Мы на выживание сражаемся, я их выпускаю, кто-то там ударит одного свинозомби, и все полетят на одного игрока. Это у нас тут мой огород. Там у меня жили разные пники. Птицы, попугаи, правда, они это, ну, как сказать, улетели, но, ладно, они не нужны были все равно. Это у нас, у меня тут есть такие пандочки в загоне, вот, потом, что еще, а, садик вот такой вот, и тут у меня есть котик, это котик Сливки Шоу, вот так, потом мне сломал землю. Так, все готово. Ой, я клавиатуру задела. Так, угу. Есть у нас лошадки вот эти. Так, начнем давайте с бассейна. Вот у нас такая лесенка идет сюда, и бассейн. Я здесь купаюсь, и у меня тут собака. Ну, как я здесь не купаюсь, просто так сделал. Значит, так. Что с моим домом? Почему дверь одна? Давайте прямо при вас починю дверьку. Так. Дверь с березы. Ставим. Все, красота. Закрываемся. Сейчас покажу мою броню. Броня у меня очень крутая. Алмазный шлем, защита у меня 4 и шипы 3. Алмазная вот это нагрудник у меня, кираса, защита от снарядов 4, шипы 3, неразрушимость 3. Алмазный по ножу у меня в взаимосточность 4, шипы 3. Алмазный по... Блин, что он лагает? Алмазные ботиночки, огнеупорность 4. Также есть тотем бессмертия. И алмазный меч, острота 5, облик огня 2, отбрасывание 2 и урон 13. Достаточно большой. Так, сколько там? А, да.
Значит, этому сундуку всякая всячина лежит. Могу дверь положить, вот это. Ну, короче, всякая фигня нужна мне. Наковальня, она мне нужна. Вот эта зачаровательная книга, она, ну, стол. Мне он не очень нужен, потому что я просто книги на наковальне прикладываю, и все. Это моя комната. Значит, тут вот эта кроватка белая. Это вот эти все штучки, которые мне нужны для того, чтобы сражаться. Это вот этот зубец, 8 урона у него. И вот это лук воспламенения 1, мощь 5. И зубец пронзания 1. Вот. Хотя почему я не... Пронзание 1. Так, тотем бессмертия, стрелы, зелья разные, плохие, хорошие, невидимости, ну, разные. Книги. И вот это для зельеварения штука. Дисковод. Что это такое? Давайте посмотрим, как он работает. Что-то никогда не задумывался. Как работает это? Что это? А, проигрыватель. Думал, дисковод. Пластинка, аллея, ожидание, даль. Стелл. Крыша у меня выполнена в стиле кирки. Вот видите, кирка. Ну, это я так сделал. Для красоты. Просто так. Ну, и в принципе, больше у меня ничего тут и нету. Но так как у меня тут больше ничего нету, давайте построим еще что-то вместе. Смотрите. Я думаю, что раз мы будем сражаться, вот тут это вторая база, тут должна быть, ну, будет еще третья, это для третьего игрока, ну, мы по сети играем, конечно. Вот, тут будет база третьего игрока, если Майнкрафт. Ну, короче, если... Короче, мы будем сражаться, да, вот, и мне нужны какие-нибудь, значит, штуки для того, чтобы победить, вот, у нас будет, типа, вот, каждый сам за себя, и, значит, я думаю, что раз сам за себя, я, ну, как бы не смогу объединиться с Дашей или с Русланом против Даши, а потом, типа, предать Руслана, потому что будет 3 раунда, он потом меня убьет. Поэтому так не получится, значит, потому что на старой арене у нашей там просто все было из бедрога, и там можно было так сделать, вот, а тут, ну, все сложно, поэтому не знаю. И я думаю, знаете что? Можно построить. Можно построить лаз. Ну, как лаз, чтобы он не узнал. Но лаз такой не подземный, а простой. Вот так. Текс. Вот такой вот. Ну как, не совсем лаз. Не знаю, заметит ли он его или нет. Думаю, он не заметит его, потому что он будет не такой высоты, как... Хотя нет, смотрите. Удивительно. Высотой, как сам этот... Сама эта стена. Думаю, в этом ролике мы все не построим, но хотя бы я что-то, да... Ну, я начну. Текс. Давайте, вот, допустим, вот так у нас будет пол, хотя там много убирать. Блин. Ширина, давайте, будет какая у нас. Так, раз, два, три, четыре, пять блоков. И давайте шесть. Да хотя не, пять хватит, нафига нам шесть? Так. Я не знаю, построим ли мы там... Хотя не построим в этом ролике. В следующем построим
высотой будет вот да, вот так, три блока будет достаточно, думаю. Так, давайте, знаете что, да, я уже начал, расширим вот эту стену, чтобы он как бы думал что-то, что это стена такая толстая. Короче, чтобы он не увидел, и было у нас больше шансов на победу. Я даже хочу... Хотите, я запишу нашу битву на камеру? Если хотите, то давайте наберем 50 лайков под этим видео. Ну, еще, кстати, пишите в комментариях, что можно мне построить здесь, на этой карте. Пишите, кстати, ваше мнение о моей этой постройке и о моей карте. Как она вам понравилась, не понравилась? Что она там? Короче, вот. Ух. Блин, я уже устал, я еще только даже не начал почти. Не, в этом ролике точно не построим. Давайте пока там вот эту систему построим, через которую ходить-то надо как-то. Надеюсь, я не... Ой, просто ты, куда я вообще полез? Где эта башня? А, тут вообще другая башня, блин. Это слишком... Какой-то, а тут что за... А, ну да, я вспомнил. Я это делал для защиты. Я это уже закрыл тут бедроком, кстати. Заметили, наверное, что тут бедрок, а не белый. Глина или что это вообще? А, это бетон, может... Хотя нет, это не бетон. А может и бетон. Нет, это не бетон. Бетон. Какого он цвета? Серого. Так. Делаем. Ёлки-палки. Делаем отверстие в нашу. В наш вход. Чтобы сразу вот входить туда. И видеть. Вот на наше секретное у вас или ход. Так. Все, снаружи мы все под так. И теперь внутри. Вот. Все нормально. Теперь берем этот светящийся камень. Блин, куда я выбросил? Так, светящийся камень берем. Вот текст. Вот здесь ставим. Все, капец, круто. Так, входим. Поворачиваем направо. И где мы? Ну, все, это для лошадей. Так, нет. Ну, это закрыть надо, он это увидит. Ёлы-палы. Капец, это вообще опасно вот, оставлять. Никогда не оставляйте так это. Так, это чё? А, угольный блок. Хотя он, знаете, взорвает. Он же взорвать может. Блин, я не подумал. Такс, ну чё, ну, думаю, достаточно закрепили, да ведь? Если да, поставьте лайк. Так, угу. Идём. Все офигенно у нас получается. Хотя я думала, нужно было ширину 3 блока делать. Мы сейчас умаемся так это все. Я сейчас, точнее не вы, а я все это делать.
Ладно, давайте заканчивать. Думаю, видео не длинное получилось. Хотя не, что оно длинное-то получится. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. И всем пока.